Марина, это вы? Уже? Здравствуйте, да. В 12 часов мы договаривались. Слушайте, Мариночка, ну так время кончилось неожиданно. Давайте еще 5 минут, 7 минут, хорошо? 7. Хорошо, я вас здесь подожду. Да, Маргарита Львовна, все в порядке. Точно в порядке? Квартиранты ушли, можно заселять. Мариночка, скажите, вы там все убрали? Белье? Да, белье поменяла. Хорошо. Тогда заканчивайте здесь и поезжайте, как мы договорились. Хорошо, я тогда сейчас заеду на Семашко, потом вам позвоню. Да, хорошо, буду ждать. Счастливо. Погоди, а что ты меня раньше не предупредила? Ну просто я бы не прилетал в Москву сегодня. Ну а что мне здесь делать 3 дня? Лен, Лена! Черт. Неприятности? Да так. Жена? Бывшая. Так что, разворачиваемся и обратно в аэропорт? Еще погодите минуту. Старик сам ничего не понял. Лена ничего толком не объяснила, сказала, привезет Лику и объяснит все при встрече. Вот так понимаешь, старик, и получается. Выходит, дочь приехал домой забрать. Да как-то неожиданно. Ну, знаешь что, а ты не переживай. Давай-ка лучше коньячку маханем, а? Мы же сколько с тобой не виделись-то? 1,5 года получается. Вот. А я вот чего понять не могу. Чего твоей Ленке не имется? Живет в Америке. При богатом папике, можно сказать, у Христа за пазухой. Ты живи да радуйся, атмосферу вдыхай. Ну, не знаю. Наверное, Лика в ее эту атмосферу не очень вписывается. Может, она и к лучшему. Ну, конечно. Куда Лос-Анджелесу до Вятки. И воздух, конечно, не тот. Ты не можешь понять, что так будет лучше для всех? Наш брак — это вот именно что? Брак. Пойми, Лике там будет лучше. Оглянись вокруг. Какое у нее будущее в этой стране, в этом городе? Он никогда не станет Лос-Анджелесом. Там солнце, океан. Перспективы другие. Джорджа не будет заботиться, как о своей родной. Он все ей даст. Образование, работу. Жизнь, в конце концов, даст. Подумай о ее будущем. Так лучше для кого? Для нее или для тебя? Ты прав. И для меня тоже. А это что, преступление? Лучшей жизни хотеть. Слушай, старик, Лика-то, наверное, мадемуазель, взрослая. Да вообще, я сейчас тебе покажу, обалдеешь. Смотри. Даже не верится, что 5 лет прошло. Невеста. Представляешь, а мы с ней последние 5 лет вот только вот так вот и видимся. Да. Увидит меня вживую, не знаю, узнает ли. Да и что говорить, я ее. Только так и вижу. Не бойся, все будет тип-топ. Это знаешь, это легко сказать, не бойся. Ну ладно. Супруга бдит. Привет, передавай. Валюх, привет. Я? С Игорёхой Шараповым. Привет тебе от него. А что ты мне об этом ничего не сказала?
Слушай, Игорёх, тёщу надо встретить. Афоня, вообще не вопрос. Если у вас гостиница, внутренняя, элементарная, правда? Никакой гостиницы. Я тебе вот телефон одной конторы дам. Они квартиры на сутки сдают. Скажут, что от меня. Они тебе подешевле найдут в любом районе. Да. Скинь номер тогда. Хорошо, давай на пасашок. Здравствуйте. Вы Игорь Алексеевич? Да, вы Марина. Да, пойдемте. Не нужно. Проходите, пожалуйста. Нравится? Да. Будем оформлять? Да. Угу. Будьте любезны, ваш паспорт. На самом деле, я на 3 дня только. Жена бывшая должна была дочку привезти. Там какая-то накладка вышла. Через 3 дня я съеду. Не волнуйтесь. Я не волнуюсь. На каждом листе распишите, пожалуйста. Держите. Ладно, Игорь Алексеевич, отдыхайте. Так, сейчас я вам выдам ключи. Пожалуйста. Это ваш экземпляр. А. Угу. Если что, звоните. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Может, ну, вас проводить? Не нужно меня провожать. Я сама. Алло, мам, привет. Доченька, привет. Как ты? У меня все как обычно. Что значит обычно? Обычно — это хорошо. Доча, у тебя все точно хорошо? Да, мам, у меня все хорошо. Ладно. Ты концерт-то смотришь? Да, включила, смотрю. Ну, как тебе? Замечательный концерт. Слушай, а как у Бориса дела? Мам, при чем здесь Борис? Ну, он звонил. А, он тебе звонил? Он позвонил мне и рассказал. Мам, мне совершенно неинтересно, что тебе рассказывал Борис. Мы с ним развелись уже 3 года назад, ты знаешь, при каких обстоятельствах. Но ты совершенно одна. Да, мне одной очень хорошо и удобно. Не забывай, что тебе уже за 30. Мам, я помню, что мне 35. Все, мам, ко мне пришли. Кто пришел? Я не знаю, кто. Борис, я тебе потом перезвоню. Пока. Борис? Прости, что без звонка. Я буквально на 5 минут. Меня Лев Георгиевич в машине ждет. Лев Георгиевич, это мой шеф. Ну, помнишь, я про него тебе рассказывала. Так вот. Он любезно предложил мне подвезти. Но не отказывается же. Слушай, а где у тебя ваза? Хочешь представить его Вадиму и детям? Не иронизируй. Человек цветов надарил. Вот я и решила с подругой поделиться. У нас на работе была вечеринка. Ну, что-то типа корпоратива. Ну и я кое-что уперла для тебя со стола. Шампанское, шоколад. А и зачем все это? Да затем, что ни вино, ни продукты эти ты себе не купишь. Вот могу поспорить, у тебя в холодильнике одни йогурты и гречка позавчерашней. А что ты по телеку смотришь? Опять заунылась какая-то. Концерт маминого Ильи Петровича. Вот. Даже мама нашла себе мужчину. Вы дирижер. Не начинай. Вот что. Одна ты все это все равно есть пить не станешь. Так что? Где бокалы, я помню. Можешь не показывать.
А как же твой Лев Георгиевич? Ну, а что с ним будет? Я ему сейчас наберу, и пусть домой едет. Ваш виски, пожалуйста. Мохито? Сейчас, минуточку, сделаем. Вы не москвич? Приговор? Это утверждение. Я своего брата-провинциала сразу узнаю. Давно приехал? Сегодня утром. А я уже 2 года. Из Орла. О. Работаю медсестрой в районной поликлинике. А, понятно. Я из Кирова. Занимаюсь машиной. Пожалуйста, махи это ваш. Мерси. Как тебя зовут-то? Виолетта. Игорь, очень приятно. Ну что, может быть, за дружбу между нами, провинциалами? За дружбу. Виолетта. Мари, ты вон себя заперла, как в футляре. Ни мужиков, ни работы нормальной. Стала похожа на этот Пепита из оркестра Ильи Петровича. Ну, а тебе самой так нравится жить? Нравится. Нормальная жизнь. Одинокой женщины. Нашего с тобой возраста. Вот именно. Одинокой. Тебе Борька давно звонил? На прошлой неделе сюда явился. И? Что и? Выгнала. Мама теперь названивает. Так и не можешь его простить. Не могу и не хочу. Ребенок наш умер, и Борис для меня тоже. Марин, я перестану чего-то. Тебя сегодня останусь. В кои-то веки напьемся. Да нет, Илон, завтра. Завтра на работу. Эх, Маришка, какая же ты скучная стала. Не то, что раньше. Вы не бойтесь, они неспокойные. Просто Москва. Они так мечтали об этой поездке. Все уж прожужжали. Москва, Москва. А как на вокзале вышли, так растерялись. У нас же городок маленький. Куда нам до столицы? Так, вы решили, на сколько дней останетесь? Я хотела на неделю по музеям ребят поводить. На Красную площадь отвезти, показать. Ну, вы понимаете. Угу. Что-то не рассчитала. Дороговато выходит. На 3 дня. Мама, мы в цирк пойдем? Если успеем, пойдем. Тихо. Так, давайте я вам скидку сделаю. А вы своих мальчишек в цирк отведете. Спасибо. Так. Чё ты горишь-то? Не понял. Что уже иди?
Алло? Да, здравствуйте. Да, узнала. А что с духовкой? Готово. О, здорово. Сколько он должен? Да ничего не должны. Спасибо скажете, мы с вами в расчете. Благодарю, спасибо. Да не за что. Марин, я Маргарите Львовне вечером счет пришлю, да? Ну что, ребята, счастливо оставаться. У меня еще вызов на Садовой. Там проводка прогорела. Спасибо, Вень. Да не за что. Хороший специалист, понимающий. У нас в фирме квартир много, и хозяева предпочитают не обращаться в диспетчерские, а иметь вот такого универсального специалиста. Он хороший, но языкастый. Ну да, на таксиста похож. Почему это не таксист? Не такие разговорчивые. Не знаю, вам видней. Я в основном на общественном транспорте езжу. Ну ладно, Игорь Алексеевич. Надеюсь, ничего у вас больше не случится. В квартире, я имею в виду. Да. До свидания. За день сегодня такой. Да это не день такой, это квартира у вас такая, где все ломается. Есть у вас какой-нибудь долото, топор, я не знаю. Вы с ума сошли, дверь металлическая. Придется опять сереньких вызывать. Каких? Веня, ты далеко уехал? Да нет, не с плитой. Ты ушел, дверь захлопнула, теперь не открывается. Я помню, ты говорил, что нужно давно ее поменять. Вень, помолчи, пожалуйста. Когда ты сможешь сюда вернуться? Хорошо, я поняла. Угу. Придется какое-то время подождать. Очень мило. Надеюсь, это не нарушит ваши планы. Давайте я вас пока хоть чаем напою. Сахар есть, очень вкусный. А как вы обнаружили, что духовка не работает? Да я мясо хотел приготовить. Товарищ гость пригласил, ну там замариновал. И... А товарищ тот самый, который дал телефон этой Маргариты и... Львовне. Понятно. Вот. Ну, я потом полез. Умеете готовить? Я много чего умею. Самостоятельный мужчина. А, да, помню. Бывшая жена. Сахар надо? Нет, спасибо. Я же все-таки 5 лет живу один. Будешь самостоятельно. Да. А чем вы у себя в Кирове занимаетесь? У меня маленькая автомастерская. Выкупаем старые машины. Там. Перебираем, чиним, красим. Маленькое дело на свое. Угу. А вы чем занимаетесь? Извините. Конечно, глупость сказал, я понятно, чем. Я на самом деле другое хотел спросить. Вы хотели спросить, почему я работаю горничной в квартирах на сутки? Давайте так. Жизнь так сложилась. Мечтала об одном, получила другое. А у вас разве так не бывает? Хотя, знаете, в любом деле есть свои прелести. У меня, например, очень много новых знакомств, новые лица. Каждый день что-то происходит, как сегодня, например, с плитой или с дверью. Жизнь такая маленькая, но своя. Руки такие, музыкальные. Музыкальные. Я с детства занималась музыкой. Фортепиано было любимой игрушкой.
Мечтала о карьере пианистки. Но не сложилось. Уже в училище на третьем курсе переиграла руки. Готовилась к конкурсу и решила отказаться от преподавателя, доказать, что сама все могу. В общем, доказала. К сожалению, такое бывает. Ну, чуть не лечится все-таки 21-й. А руки? Руки лечатся. А голова? Вижу все равно, какой век, 21-й или средневековье. А потом у меня появился страх. Страх музыки, страх рояля. Страх самой себя. Я в концертный зал стала ходить только 3 года назад, после развода. Видно, нужен был новый шок, чтобы избавиться от прежнего. Ладно. Извините. Не в чем извиняться. Ну, а вы? Говорили, что жена привозит дочку. Взрослая дочь. Взрослая? 10 лет. Жена бывшая. Просто так получилось, что мы последние 5 лет не виделись, они в Америке живут. А теперь у нее там что-то разладилось, и вот она решила привезти Лику сюда. Ну, вы, наверное, рады? Наверное. Знаете, я сам себе все этот вопрос задаю. Да нет, нет, на самом деле, конечно, конечно, я рад. Рад. Да. А у вас есть дети? Игорёха, открывай, это я! Серёг, слушай, я не могу открыть дверь, ее заклинило. Хватит ломиться! Скоро срезать будет! Блин, ну что за дела, а? Слушай, а давай я в ДЭС сгоняю! Да за шкирку притащу этого слесаря! Не вздумайте никуда идти, мы уже вызвали. Опа! Так а ты что, не один, что ли? А что ты меня сразу не предупредил, а? Ну, молодец, 2 дня в Москве, а уже с дамой. А дама на меня рассчитывала? Может, подружку прихватила? Я без подружки не согласен. Извините. Это не дама, идиот! Игорёха, ты меня не пугай. Простите, ради бога. Это хозяйка квартиры, то есть не хозяйка, но... В общем, стой там тихо! Да ладно тебе! Лапшу на уши вешать, что я не знаю, что ли? Москва, свобода, все дела. Не тебя осуждать, а? Марин, простите, ради бога, он на самом деле нормальный парень. Просто ну, такой баламутый. Слушай, Игорёк! Вы там с дамой не пугайтесь, я сейчас попробую вскрыть эту консервную банку. Послушайте, если ваш баламут попробует вскрыть эту дверь самостоятельно, ремонт будет за ваш счет. Вот. Ремонт будет за твой счет, понял? Стой и жди там! Что вы орете, как резанный, молодой человек? Здесь люди живут. Вы что, грабитель? Ничего себе. Гнев вам к лицу. Мужчинам это нравится, поверьте мне. Какая самонадеянность. Типично мужская. Мне когда-то что-то подобное говорил мой бывший муж. Но слова, а в особенности мужские слова, зачастую так и остаются словами. И очень редко подтверждаются поступками. Может, вам просто не повезло с мужем? Может быть. Но, знаете, больше экспериментировать я не намерена. Считаю, что подобные опыты до добра не доводят. А опыт – это двигатель жизни. Да. Как ошибки. Вы знаете, в юности, когда я только начинал заниматься спортом, меня все время били. Вышел – двойка, лежу. Вышел – бац, пропустил, свет выключили. Очень переживал. Очень. Даже бросить хотел. Но ничего. Нашелся добрый человек, который сказал, что без поражения побед не будет. И как? Никак. Чемпионом не стал, но победы были. Знаете, вы похожи на мою маму, которая вечно приводит примеры из своей удачно сложившейся жизни. Хотя, по большому счету, чем ваша жизнь отличается от моей? Вы также одиноки, без ребенка.
Хотя, наверное, когда жену забирали из роддома, разные прекрасные слова и говорили, что никогда не бросите, что будете все время рядом. А вот интересно, что вы чувствуете сейчас? Когда ждете ребенка, которого практически не знаете. А что чувствовали тогда, 5 лет назад, когда самолет взлетел? Наверняка свободу, облегчение, так? Поезд. Что поезд? Не на поезде уехали. Из Кирова не летает самолет в Лос-Анджелес. Игорь, вы меня извините, что-то меня понесло. Да нет. Это я просто. Вы на фоне не обижайтесь. Серега, он, ну, выглядит иногда таким хамоватым, простецом. А на самом деле он душа человек. Он очень добрый, правда. Замечательный. Он в Кирове однажды бомжа спас. Зимой. Ну, а у нас такие зимы бывали, до 30 градусов. Ну, он шел по улице, а бомж лежит в сугробе. Так он его отрыл, куртку ему отдал, свитер свой. Потом провалился 3 недели с воспалением легких. Вот так вот. Ну, каким бы замечательным ни был ваш приятель, если он сломает эту дверь, я его убью. Серега! Да ну ты. О! На свободу! С чистой, надеюсь, совестью. Я давно говорил, нужно дверь менять, а? Ну, говорил же. Вень, почини, пожалуйста, замок, а насчет двери я поговорю с Маргаритой Львовной. Так, а вы, значит, это и есть? Ну, хозяйка квартиры. Нет, Мария Николаевна не хозяйка, она у нас лучше. Она у нас квартира-правительница. Это круче. Веня? Че, Вень, че, не прав, что ли? Маргарита Львовна так, ты здесь все решаешь, а она вдовствующая королева. Ну, что будем делать с дверью? Замок на выброс? Ну, Марин, ты обижаешь. Ну, почему на выброс? Вениамин старенький, все-таки специалист большой буквы. Починю. Только ты пообещай, что поговоришь с Маргаритой насчет замены двери. Да поговорю, поговорю. Друзья, а не отпраздновать ли нам ваше чудесное спасение? Ну, и встречу заодно. Тем более, что Игорь Алексеевич давно в Москве не был. Верно, Игорь Алексеевич? Ну, вот так всегда. Освобожденные празднуют, освободитель трудится, а кипчела... Ладно, уж катитесь куда-нибудь поскорее, мешайте своими разговорами работать. Марин, я ключик положу в обычное место, так что меня можете не ждать. Да, я вот тоже подумал, о чем мы, собственно, будем ждать и мешать человеку. Может быть, сходим куда-нибудь пока. А вы там мясо замариновали? Маринованное мясо вообще никуда не убежит. Ребят, я знаю одно местечко, тут буквально за углом. Ну что, дорогие мои, за тот счастливый случай, который свел нас здесь, за китайский замок. Без него, родимого, вы бы сейчас, Марина. А, кстати, а что бы вы сейчас делали? Я бы собиралась на концерт отчима. А отчим у нас рок звезда, надеюсь? Ну, почти. Он дирижер симфонического оркестра. У него сегодня концерт в филармонии. Ничего себе. Так получается, мы вас что, задерживаем? Как-то неудобно получается. Чего неудобно? Ну, здесь тоже музыка есть. Ну, правда, не такая, но тем не менее. За встречу. А что будет исполнять сегодня ваш отчим? Чайковского «Ромео и Джульетта». Отличный выбор. Да. Друзья, я вас оставлю на 1 минуточку. Вы так на меня смотрите. Нет, это просто я. Просто подумал, каково это жить с отчимом. Это не так страшно, на самом деле. У меня, например, замечательный отчим. Я не про вас. Вот Лика приедет. 5 лет мы не виделись, я для нее практически как отчим. А вот и Ромео и Джульетта. Привет. Мне
успели утром расстаться и снова встретились. Ты чего не перезвонил? Специально же номер на видном месте оставила. Возле входной двери. Представишь меня своим друзьям? Виолетта. Сергею очень приятно. Очень приятно. А вас? Марина. Очень приятно. Хотела тебе еще раз поблагодарить за вчерашний вечер и ночь. Все было просто чудесно. Такая приятная песня. Может, потанцуем? Ну, давай. Давай разочек. Вы знаете, я, пожалуй, пойду. До свидания. До свидания. Хорошего вечера. До свидания. А так что? Пойдем? Эй. Это не песня. Это увертюра фантазии. И вот он танцует, как бог. Зовут Серега. Нет, серьезно, серьезно. Виолетточка. Ты почему до сих пор не одета? А мне нечего надеть. Что? Это с каких пор для тебя стало проблемой? Последний раз я тебя такую фразу услышала лет 10 назад. Ну-ка, рассказывай, подруга, что стряслось? Да ничего не стряслось. Просто никуда не хочу идти, и все. Ты меня не обманывай. То, что тут делают мужики, это ежу понятно. Колись давай. Ты что, с Борькой помирилась? Господи, с каким Борькой? Ну вот что. Давай-ка быстро одевайся и поедем на концерт. А по дороге мне все расскажешь. Давай, давай, давай. Вставай. Да. 5 лет не видеть собственного ребенка. Представить себе не могу. Мы бы, наверное, с ума сошли. А это твой? Он не мой. Да ладно тебе, это я так, условно. А что ты с ним в бар пошла? Дура, потому что. Появился мужик. Даже не на горизонте, просто так, по касательной, и все. Я поплыла. В бар с ним поперлась, душевные разговоры вела. Зачем? Вот скажи мне, зачем? Я после Бори несколько лет в себя приходила. Любого мужчину рядом с собой страшно было представить. Нет, Илон, все это ерунда. Поздно. Ну, это понятно, что поздно. 35, жизнь уже закончена. Ну, ты можешь иронизировать сколько хочешь. Ну, а чего ты из бара ушла тогда? На то, что баба к нему посторонней подошла и виделась. Смешно. Ну, мужик свободный, разведенный. Ну, что, что ночь провели вместе? Так, может, они там в карты играли? Подкидного на раздевание, тоже мне событие. А вот что, если он при первой вашей встрече влюбился в тебя по уши? Угу.
Ты еще скажи, что он специально плиту сломал, чтобы меня еще раз увидеть. А что? Вполне может быть. Мужики, они, знаешь, такие со странностями. Мне, чтобы прямо сказать, я тебя люблю. Ну и знак любви. Колечко с маленьким таким брюликом, бархатной коробочке подарить. Так нет же, будут ходить вокруг да около. Без мозга существовал, что ты скажешь. А ты знаешь, Мария, и без них жить невозможно. А жизнь грустна и бессмысленна. Как у меня, да? Хочешь сказать? Не хочу, а так и говорю. Как у тебя? Ты обещал хороший вечер. Вероника, это будет хороший вечер. Послушаем прекрасную музыку. Иди ты. Вероника, постой! Простите, а лишнего билетика не будет? Простите, вам билет нужен? Ну да, тут все продано. Знаете, у меня совершенно случайно образовались два. Что, пойдем вместе? Спасибо. Побывать сегодня на этом концерте. Михаил Владимирович, ну что вы? Ну, это случай дал нам руки эти билеты. Ну, при чем тут я? Тем более счастливый случай. За него частенько приходится платить. Оплата бывает иногда довольно горькой. Я не успел сказать, сегодня годовщина смерти моего мужа. Именно сегодня вы одна? Ну, почему же одна? Смотри, сколько народу вокруг. И музыка такая хорошая. Дети, правда, далеко. У меня дочка в Африке работает, я уже 3 года не видела, а сын в Сибири. Ну что ж, спасибо еще раз. Не за что, правда. Игорь. Ну, я пойду. Вас проводить? Да нет, не надо, здесь недалеко. У вас есть мой телефон, так что звоните, заходите при случае в гости, буду очень рада. Хорошо. Еще раз спасибо за концерт, всем доброго вечера. Спасибо. Ну что ж, представлять вас уже не стоит. Понятно, что вы Игорь. Да. Ну, а я Илона, подруга Марины. Очень приятно, Илона. И нам, и вот Льву Георгиевичу тоже. Очень приятно. А как вам концерт? Ну, я бы предпочел Прокофьева, потому что Чайковский именно в этом исполнении несколько более лиричен. То есть, ну, я так слышал. Лиричен. Может быть. А знаете что? Давайте сделаем так. Нам сейчас нужно зайти к Илье Петровичу. Это отчим Марины, он дирижер. Это займет минут 15-20. А вы подождите нас у входа. Вы же, кажется, севера. Не замерзнете? Не замерзну. Ну вот и отлично. 15 минут. Игорь, не замерзли? Нет, нет. А где же ваши друзья? Они остались праздновать. Вы когда последний раз были в столице? 1,5 года назад. Я к Сереге Афанасьеву на свадьбу приезжал. Ну, вот который Афоня. Да. Понятно. Хотите, я покажу вам свой город? Очень хочу. Thank you.
А почему вам больше нравится Прокофьев, а не Чайковский? Да это еще с музыкальной школы. Помните, всем мальчикам больше нравился Прокофьев, а девочкам Чайковский. Вот и все. А вы, наверное, удивились, что владелец автомастерского из Кирова может отличить Прокофьева от Чайковского. Ну, если честно, то удивилась. Было заметно? Ну, так. Немного. Ну, правда, это на самом деле странно, что владелец автомастерской может знать, что есть Прокофьева, балет «Ромео и Джульетта» и увертюра «Фантазия» Чайковского «Ромео и Джульетта». У меня даже в машине стоит «Танец рыцарей». Знаете, когда далеко едешь, это как-то стимулирует движение, заснуть не дает. Как в кино. Да, как в кино. Ну, вот мы и пришли. Здесь я живу. Ага. Хорошо. Но жалко, что прогулка так быстро закончилась. Вам понравилось? Ну, если вам понравилось, значит, нужно еще раз устроить для вас экскурсию. Только теперь когда, не знаю. А вы во сколько дочку встречаете? В 9 утра. Понятно. Ну что же, хорошего вам завтра дня. Да, и вам тоже. А теперь поцелуй! Знаешь, как она хорошо целуется? А я расскажу. Не, она правда, она серьезно очень крутая. Тёлка! Боря! Домой-то позвала? Боря, прекрати, пожалуйста, что ты себе позволяешь? Боря, прекрати. Ты ничего не перепутала? А может быть, тебе пора прекратить при живом муже? Возвращайся, черт знает во сколько, черт знает с кем. Скажи, это по-твоему нормально? Бывшим мужем. Бывшим? Вообще-то мы не разведены. Боря, я тебе тысячу раз говорила, и скажу еще раз, уйди, пожалуйста. А я тебе миллион раз повторю. Я никому тебя не отдам, и ты будешь моей. Это больно, руки, руки. Ну вот, пожалуйста, пожалуйста, нашла себе быдло обезьяноподобное. У него что в мозгах, что в штанах пшик? Да! Из-за тебя мы потеряли ребенка. Ясно? Ты мне вообще всю жизнь испортила! Помогите! Убивают! Люди! Полиция! Вы ж поймите, Игорю утром дочку в аэропорту надо встречать. Он 6 лет ее не видел. Да все я прекрасно понимаю. Но в связи с заявлением гражданина Спиридонова отпустить Игоря Алексеевича я не имею права. Я вынужден делу дать ход. Так что теперь делать? Если Борис Семенович берет заявление. Я ничего забирать не буду. Не отпускают. Гад этот, то есть Борис Семенович этот твой, не хочет заявление забирать. Я ему даже деньги предлагал, так он морду воротит. Он и не возьмет. Это правильно, что ты от него ушла. Он сам ушел. Не понял. В смысле?
У меня выкидыш случился. Врачи сказали, что детей больше никогда не будет. После этого была жуткая депрессия. Я с работы ушла. В никуда. А Борис просто ушел. А теперь обратно хочет? Да, хочет. Только я не хочу. Понятно, как ты горничной стала. Надо что-то с адвокатом решить. Мы нашего Игорюху, этому Борису Семеновичу, не отдадим просто так. Не надо никакого адвоката. Сами справимся. А когда Игорю встречать дочку? В 9. 3 часа осталось. Ты совершаешь ошибку. Наоборот. Я исправляю совершенные нами ошибки. Боря, это ты ушел. Ты помнишь? Марин. Ну, я не могу без тебя. Ну, я тебя люблю. Ну, давай попробуем жить заново. Иди забери заявление, а в выходные переезжай ко мне. Попробуем жить заново. Марина! Удачи вам, Игорь Алексеевич. Чтобы все у вас было хорошо, чтобы дочка вас радовала. Спасибо вам. Ключи оставите в почтовом ящике или занесете Елизавете Альбертовне. Надо было 3 часа до прибытия рейса машину вызывать. И то не факт, успели бы. Во сколько у вас рейс? Боюсь, что приземлились уже. Дарин! Да, здравствуй. Нет, нет, я еще не приехал, я в пробке стою. Потому что так получилось. Ну что, как обычно, я... Слушай, вы можете прямо там, в здании аэропорта, сесть на Аэроэкспресс, я бы вас на вокзале встретил. А что такого ужасного? Все так ездят. Ну нет, конечно, я помню про ребенка. Где? А, хорошо. Через 2 часа я понял, да? О. Ну что, куда едем? Привет. Привет. Ты сядешь или будешь стоять? Конечно. Ты с папой поздоровалась? Здравствуй, пап. Здравствуй, дочка. После твоего неприезда в аэропорт я уже даже не знаю. Как с тобой ребенка оставить? Извините, просто так, обстоятельства.
Джордж, ну мы расстались. Именно поэтому я прошу тебя побыть с Ликой. Просто... ты уверена, что она захочет со мной в Киров? Наша дочь уже взрослая. Все понимает. Мы с ней поговорили, все обсудили. Правда ведь? Хочешь пожить с папой? Да, мам. Ну вот видишь. Да, ну вот, все Ликины документы. А. Я у тебя ее заберу через месяц-другой, может быть, через три. Столько времени выдержишь с родной дочерью? Блин, прекрати, ну правда. У меня через... да, через 4 часа уже рейс. В Нью-Йорк? Нет, в Париж, у меня там дела. Только не надо таких гримас. Я же тебе говорю, у меня там дела. И прямо сегодня Лику не везешь в Киров? Все, моя дорогая, мне надо бежать. Я тебя очень люблю. Буду каждый день тебе звонить. Слушайся, папа, хорошо? Я люблю тебя, мама. Я тебя очень люблю, дочка. Ликины вещи в гардеробе, там ее рюкзак и чемодан. Понятно. Большое спасибо. Пока. Пока. Жил-был волшебник Седрик. У него были друзья. Девочка Саня и ее питомец. Однажды Седрик решил... Ты поспать не хочешь? Он сказал, что ты после самолета устала. Я в самолете отдыхала. Седрик захотел показать ребятам, что будет с нашей планетой, если мы и дальше продолжим ее загрязнять. Если не хочешь спать, можем сходить в зоопарк. Да. Но мы можем предотвратить это. Там наверняка мороженое продается, если шоколадное. Беречь, хочешь? Ухаживать за нашей родной планетой. Окей. Можно говорить хорошо. Ну, мне кажется, даже лучше иногда звучит, так сказать. Хорошо. Хорошо. Окей. Алло. Марин, здрасте еще раз. Простите, что беспокою. Мы тут с дочкой в зоопарк собираемся. А я чувствую, что ей как-то немного неловко со мной. Может, вы с нами сходите? Я подумал, в зоопарк. С меня кофе, мороженое и 1000 благодарностей. Я не знаю. Игорь, хорошо, я приеду. Представляешь, у них нет своего молока. Ты выбрала, что будешь есть? Борь, прости, пожалуйста, мне позвонили с работы, нужно срочно бежать. Ты куда бежать? Мы уже не поговорили. Я тебе потом перезвоню, в другой раз. Марин! В какой раз? Здравствуйте. Здрасте, Марина. Лик, познакомься, это Марина. Здравствуйте. Привет, Лика. Ну, пойдемте в зоопарк? Да. Да? На самом деле, я так благодарен вам, что вы пришли. Спасибо. Не нужно благодарить. Она же не могла поступить иначе. Конечно. Срочное дело, на работу вызвали.
Борь, ты все неправильно понял. Я все правильно понял. Что ты на меня смотришь? Думаешь, боюсь тебя? Да ни капли. Опять в рожу дашь? Да ради бога! Ты же по-другому и стесняться не умеешь. Борь, прекрати, пожалуйста. Мне прекратить? Мне прекратить? А может, тебе пора прекратить? Я готова начать все сначала. Да ты все время врешь. И ради кого? Ради этого? А мы что, не пойдем в зоопарк? Пожалуйста. Это... Простите, он... Вы понимаете. Я понимаю, это... Это вы меня простите. Это я влез в вашу жизнь. Вернее, получается теперь, что это мы влезли. Простите. Я сейчас... Да. Что? Простите, я не понял. Я сейчас-то что? А... Понял. Спасибо. Слушайте, Афоня в аварию попал, ну, Серега в смысле, и этот доктор звонил из больницы. Нет, он жив, все в порядке, но просто попросил мне передать, чтобы Валентина не беспокоить. И вот. Вам нужно срочно ехать к нему? Получается, что так. Тем более, если он жене не сообщил. Ну, погодите, а как же зоопарк? Ну, мы с Ликой можем вдвоем сходить, а потом где-нибудь мороженое поедим, да? Ты какое любишь? Ванильное или шоколадное? Замечательно. Так что вы не волнуйтесь. Ты сходишь с тетей Мариной? Это твой друг? Да, друг. Лучший. Друзьям надо помогать. Я тебя подожду. Папа. Я скоро вернусь. Вы не волнуйтесь. Если что, звоните. Пойдем? Поехали, все получится. Дождь, кто-то звонит. Ты без меня кружочек, хорошо? Ага. Алло? Да, Игорь. Да, у нас все отлично. Мы были в зоопарке, а теперь на катке. Лика, кстати, отлично катается. Да. А, понятно. Игорь, а давайте я ее сегодня к себе на ночь заберу, а вы завтра заедете, когда освободите. Хорошо? Отлично. Я вам тогда сброшу смс-ку свой адрес. Хорошо? Договорились? Все, до завтра. Лика! 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 Полуже! Проходи. Проходи. Ну, смелей. Ого, сколько у тебя игрушек. Да, целая коллекция. Мне с самого детства дарили игрушки. Родители, друзья, муж. Так вот теперь живу с ними. Можно мне их посмотреть? Конечно. Ты пока с ними знакомься, я пойду нам что-нибудь на ужин приготовлю, хорошо? Угу. Лика!
Ты мне нравишься. Жалко, что мы с тобой больше не увидимся. Ну почему не увидимся? Увидимся. Мама же будет тебя забирать из Москвы. Уже весна будет. Время пролетит незаметно. Оглянуться не успеешь. Ну, вот и папа. Папа! Да. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. А мы завтракаем. О, молодцы. Чаю дадите? Да, присоединяйтесь. Как в зоопарке? Понравилось? Да, очень. А? Мы отлично сходили. Оказывается, зимой в вольерах очень много животных. А? И птиц. И птиц. Хорошо. Я забронировал билет на сегодня на 8 вечера. Там какой-то сбой в электронной регистрации. Нужно съездить в кассу и выкупить их. Но я туда-обратно мигом, быстро, правда? Да ничего страшного. Я думаю, мы с Ликой найдем, чем заняться, правда? А тебе нравилось в Америке ходить в школу? Нормально, наверное. Но, если честно, ничего особенного. А я бы с удовольствием сейчас оказалась в школе. Никаких забот? Да, здравствуйте, Маргарита Львовна. Хорошо, я сделаю, но сейчас... Поняла. Угу. Да, договорились. Лика, мне нужно срочно на работу, это буквально на час-полтора. Поехали со мной? А папа придет, мы вместе сходим в кафе. Я хочу остаться здесь, можно? Здесь? А ты не испугаешься? Нет, ты не волнуйся. Я дома, ну, то есть в Лос-Анджелесе. Часто одна оставалась. Ну, ладно, хорошо. Лика, не скучай, я скоро. Как ты там, моя хорошая? Хорошо, вчера в зоопарке были. Здорово, молодцы. А что еще делали? С Мариной на катке катались. С Мариной? Это... Это подруга папы. Подруга папы? Ну, понятно. Хорошо. А где папа? Его нет, он с билетами поехал. И Марины тоже нет, она на работу ушла. Подожди, вы что, у этой Марины... В квартире живете? Нет, не живем. Я здесь спала. Сначала в одной квартире были, теперь в этой. Подожди, ты что, сейчас одна? Он тебя там одну оставил? Мам, ты забыла? Я дома часто одна оставалась. Лика, ты была дома в Лос-Анджелесе. Сейчас ты одна и в Москве. Слушай, а давай я утром приеду и заберу тебя, хорошо? Прости, пожалуйста, что я доверилась твоему отцу. Собирай вещи, жди меня. Договорились? Мама, папа хороший, и Марина хорошая. Мне здесь нравится, мама. Нет, 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 я тебя больше там одну не оставлю. Все, жди меня, я утром буду, хорошо? А еще мы к дедушке с бабушкой в деревню поедем. Лика, в какую деревню? Все, я сейчас же, я прямо сейчас выезжаю, вылетаю к тебе. Все, жди меня, пожалуйста, все, не волнуйся, все, пока. Пока, целую. С чем же улетала? Да, Лен, что случилось? О, Игорь, вы уже вернулись? А где Лика? Я вообще-то у вас хотел спросить, где Лика? Не понимаю. Я пришел, квартира открыта, ее нет. Она ушла? Я не знаю, я сам не понимаю. Господи, что ж такое происходит? Меня
вызвали на работу буквально на час. Она не захотела со мной идти. Мы с ней обо всем договорились. Подождите, а мобильный телефон у нее есть? Вот он, здесь есть. Вот дома только. Куда она могла пойти? Она же не знает город. Слушайте, у вас есть какие-то соседи? Может, кто-то видел? Да, у нас есть Глафира Ивановна, соседка. Она целыми днями сидит у окна и смотрит во двор. Тетя Глаша видела, как Лика выходила из дома. И куда она пошла? Я не знаю. Я ужасный отец, ужасный. Лена права, мне нельзя было доверять ребенка и... Если ваша бывшая жена действительно так считает, она не привезла бы вам Лику. Ничего, завтра заберет. Как заберет? Куда? Она звонила час назад. Прилетает утром. Пока что нужно идти в полицию. Я, кажется, знаю, куда она могла пойти. Поехали. Поехали! Почему вы решили, что она может быть в зоопарке? Она взяла из дома игрушку белого медведя. И вчера, когда мы были в зоопарке, я не могла оторвать ее от вольеров с ним. Я тоже заметил, что она ей нравится. Теперь-то где она может быть? Так, вчера после зоопарка мы были на катке. Может быть, она там? Пойдемте туда. Лика! Лика, ну как же так? Почему ты ушла? Ты одна в чужом городе. Меня мама завтра утром забирает. Поэтому я и приехала сюда попрощаться с катком. Знаешь, здесь нет такого катка. Белых медведей нет. Даже снега нет. Извините, я не хотела делать вам больно. Слушайте, мы вроде как в кафе собирались, но у меня есть другое предложение. Пойдем. Пойдем, что покажу. Так. Ой, Зоя Владимировна, ну что же вы, давайте поможем. Нет. Нет, Марин, вы гости. Не могу позволить гостям самим за собой ухаживать. Ну. Вот когда подружимся, будете ко мне по-приятельски заходить. Вот тогда ради бога. А сейчас пока попробуйте вареники зеловые. Моего собственного приготовления. И чаек с чабрецом. С чабрецом? Да. Это прекрасно. Лика, давай помоги торт разложить по тарелочкам. Давай. Игорек, присаживайтесь к столу. Что вы там погрузили в старину эту? Да, Зоя Владимировна, я смотрю, просто у вас прекрасная коллекция. Я, конечно, тоже могу похвастаться. У меня есть винил 9-я симфония Бетховена в исполнении Чикагского оркестра. Ну, конечно, не как у вас Караян, но все-таки. Что? Вы меня снова удивляете. А что, это плохо? Да хорошо. О. Смотрите, я похожу. Угу. Кизиловое варенье, прекрасно. Когда мы жили в Узбекистане в детстве, мама всегда его варила. Вы еще и в Узбекистане жили? Да. У меня отец инженер-строитель. Ну и все детство мы ездили за ним по стройкам. Он строил коммунизм, ну а мы и так прицепом. Игорь, а родители живы? Живы. Живут далеко. Маленькая деревня, 200 километров от Кирова. Отец за время работы говорит, устал от общения с людьми, хочет отдохнуть. Ну и что, отдыхает? Отдыхает. Они там с соседом еще маленькую часовню построили, как утверждают, без единого гвоздя. Я, конечно, не проверял, но... Да. Вот... Лику хотел к ним отвезти. Ну, а в чем дело? Почему не повезти? Дело в том, что завтра прилетает Ликина мама, и они вместе улетают в Париж. Ой, Париж. Я всю жизнь мечтала побывать в Париже. Вы знаете, Игорь, я чувствую, что вы все-таки отвезете Лику к родителям. Ну, теперь когда уж? А ты хочешь в деревню к дедушке с бабушкой? Хочешь? Хочу.
Там, наверное, много снега. Жалко только белых медведей нет. Ой, мы всю жизнь с мужем мечтали побывать в Париж. Сходить на кладбище Пер-Лашес, съездить в Сен-Женев-де-Буа. Глупо, правда? Поехать в Париж, чтобы сходить на кладбище. Ну, так ничего не получилось. А кем был ваш муж? Архитектор. Я по молодости очень танцевать любила, особенно современные танцы. Тогда твист был в моде, я здорово танцевала. И попала я в институт архитектурный на танцы. А Игорь, мужа моего тоже Игорем звали, он отменный был танцор. Вот мы с ним схлестнулись, кто кого перетанцует. Ну, а кто победил? А? Да ну, ничья. Он меня уронил. Боже мой, Господи. Две недели в гипсе проходила. А потом руку полгода разрабатывала. Я же на фортепиано училась. И как? Да, как сказать. Ну, пианистка из меня не получилась. Да. Ну, а вот как получается? Ну, в смысле, вот ваш муж просто... Получается, что из-за этого глупейшего случая у вас жизнь сломалась? Игорь, ну почему сразу жизнь? Ну, карьера пианистки возможна. А мы прожили хорошую жизнь. Когда мне предложение делал, он сказал, пока мы вместе, мы в пути. А пока есть куда идти, мы живы. Вот он ушел. Царство ему небесное. Я осталась одна. Совсем. И часто задаю себе вопрос, а для чего я осталась? Куда мне еще идти? Чай-то совсем остыл. Пойду разогрею. А ты ешь варенье, попробуй. Оно вкусное. Кушай, кушай. Досталось ей сегодня. Да, не только сегодня. А вы тоже завтра уезжаете? Да, вот их провожу. Сам полечу попозже, у меня там есть рейс в 10 вечера, кажется, последний. Понятно. Ключи положите в почтовом ящике или передадите... Елизавете Альбертовне. Лика, пока. Пока. Ты очень хорошая. Только, пожалуйста, больше не пугай так родителей, не убегай. Договорились? Да. А Мишку можешь себе оставить. На память. Счастливо. До свидания. Она хорошая. Она хорошая. Так, вот что, пойдем, ты уже спишь совсем, пойдем. В Париже есть снег? Не знаю. Честно говоря, я никогда не был в Париже. А в деревне у дедушки с бабушкой? А вот в деревне полно. Там, знаешь, иной раз зимой наметают такие сугробы выше человеческого роста. Выше твоего роста? Да. А как же там люди ходят? Не теряются?
Ну, там прокапывают такие специальные дорожки, люди ходят. Там еще речка есть, маленькая, приток Вятки. И на льду расчищает каток. Можно кататься всю зиму напролет. Не холодно? Холодно. Знаешь, придешь так с катка домой, залечь на печку, греешься. Когда в следующий раз приедешь, обязательно поедем в деревню. Обещаю. Давай-ка пошли. Пошли. Лика где? Что ты, где Лика, где Лика? В туалет вышла Лика. Игорь, я не знаю, что мне делать. Я очень скучаю по Лике. И очень за нее волнуюсь. Но... Что она? Ты что, передумал ее забирать? Но мне надо устраивать и свою жизнь тоже. Я не знаю, как там, что будет. Я боюсь. Я, в конце концов, женщина. Просто слабая женщина, которая вынуждена остаться в одиночестве. Ну, это твой выбор. Из-за которой ты меня до сих пор осуждаешь. Перестань, я ни за что тебя давно не осуждаю. Я одного хочу. Чтобы наша дочь была счастлива. Поверь, я думаю о нас обеих. Да, я думаю о себе, но и о Лике, о ее жизни, о ее образовании, в конце Лик, концов. Ты повторяешься, правда? Ну, все это уже было, все это я уже слышал в Кирове 5 лет назад. Лен, я буду рад, если Лика останется со мной. Просто захочет ли она? Надо же как-то думать о ее желаниях. Привет. Ну, как ты? Хорошо. Мам, я не хочу в Париж. Как так? Я хочу остаться здесь, с папой. А как же я? Ты тоже оставайся. Лик, мы с тобой же уже это обсуждали. Я не могу. Я же специально прилетела, чтобы тебя забрать. Мама, ты сначала меня привезла сюда, оставила с папой. А теперь хочется забрать? Я хочу остаться здесь. Я уже ничего не понимаю. Лика, послушай, мы же договорились. Лен, погоди, девочки. Погодите. Ну ты что приехала? Ты приехала увидеть дочь, убедиться, что с ней все в порядке. Вот, твоя дочь, жива-здорова. Убедилась? Да, мы теперь поедем. О, законный вопрос. Ключ от квартиры мы ставим в почтовый ящик, брось. Значит, надо позвонить Марине. Нет, нет, это неудобно. Смотри. Да? Здравствуйте, Игорь. Да, здрасте, Марина. Слушайте, у нас тут такие события. В общем, Лика остается. Как это остается? А Елена? Ну, вот так. Ей пришлось согласиться с решением дочери. И куда вы теперь? А, мы, ну как, на вокзал или к Сергею? Послушайте, Игорь, не нужно ни на какой вокзал. Приезжайте ко мне. Приезжайте ко мне и не спорьте. Вы адрес помните? Адрес?
Ты адрес Марин помнишь? Нет. Лика помнит. Ну вот и отлично. Я вас жду. Поехали. Не, ну вообще... конечно, неудобно получилось, ну правда. Просто так не делается, понимаешь? Да ладно. Какая у нас с тобой красота получилась. Меня мама в детстве учила вырезать такие снежинки. Столько времени прошло, а я, оказывается, до сих пор помню. Я даже не знала, что можно такие снежинки вырезать. Мне нравится. Да? Я очень рада. А знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Бери клей и приклей их к оконному стеклу. Будет очень красиво. Держи. Ну, а вы что, медитируете? Да нет, я просто, ну как, думаю. Ну, а что тут думать? Останетесь у меня, посмотрите Москву, я с Ликой помогу. Тем более вы хотели к своему Сергею заехать. Марин, неудобно. Мне кажется, что Лике здесь будет лучше. Вы мне, конечно, простите, я, может быть, лезу не в свое дело. Но вам сейчас лучше думать о дочери. А не о том, удобно или неудобно. Ну ладно, наверное, вы правы. Но, честно говоря, я уже не знаю, как вас благодарить. Лик, получается? Да. Как в детстве. В общем, вот такие дела. И что теперь дальше делать будешь? Ну, покажу Лике город. Поживем пока у Марины, а через пару дней возьму билеты на поезд, поедем в Киров. Там же будем как-то пробовать обустраиваться. Школу надо подыскать, ну и на работе паузу возьму, там ребята подменят. Ну, вот так как-то. А если Алена заберет Лику через 3 месяца? Знаешь, я почему-то уверен, что не заберет. Слушай, Игорёх, может тебе в Москве остаться, а? Афонь. Ты что, головой ударился? Тебе же МРТ вроде делали. Не, ну чего ты, ну? Ну, со школой решим, квартиру найдем, с работой. Сам же видишь, я на костылях. Заменишь меня в мастерской. А там посмотрим. Тем более и мы в Москве, и Марина твоя, нравится же на Лике. Ну, да и тебе тоже. Так. Ну что, вроде бы у нас все хорошо получилось, да? Ты говорила, что будут свечи. Конечно, будут. Возьми в гостиной. Хорошо, пойду найду. Игорь. У вас что-то случилось? А нет, нет, все хорошо. Серега предлагает мне остаться в Москве. Нам с Ликой. А вы что думаете? А я думаю, что в 40 лет уже поздно менять свою жизнь. Начинать с нуля и... Нет. Все это другое, новое. Нет. Я не знаю, что вам посоветовать. Я, если честно, привязалась к Лике за эти дни. Мне будет ее не хватать. И, как мне кажется, Лике... нравится Москва, и после Америки в большом городе ей будет гораздо легче. Но решать вам.
Нет, конечно, нет. Ну, глупость, правда, ну, честное слово. Нет. Домой. А вы приедете в гости? Приедете? Приеду. Марина, принцесса. Лика, перестань, не смущай меня. Принцесса у нас сегодня ты. А давайте попробуем мой салат. О, с удовольствием. Давайте. Фирменный. Я, правда, не готовила его 3 года. Знаете, а я пока живу один, совершенно отвык от таких вот домашних, сложно сочиненных салатов. Когда нет, живешь, настругаешь что-нибудь и дело с концом. Ну, а в ресторане вкус совсем, знаете ли, не тот. Так. Угу. Очень вкусно. Очень. Правда? Вам нравится? Ничего себе. А пойдемте? Пойдемте на улицу. Так мы же, ну... Ничего, успеем. Пойдемте, да. Ну, хорошо. Решено? Конечно, пошли. Вы знаете, у меня давно не было такого ощущения настоящего праздника. Это все благодаря вам с Ликой. Ну что, без вас никакого праздника просто не было. Может быть, у всех сегодня праздник. Представляете, весь мир запускает фейерверки и радость. Как бабушка Зоя сказала, возможно все. Возможно все. Возможно все.